21 июня в Екатеринбурге культурно-просветительский центр «Царский» приглашает жителей и гостей города посетить концерт «Люди, пока сердца стучатся, помните», приуроченный ко дню начала Великой Отечественной войны. В программе для зрителей прозвучат стихи и песни о войне. Исполнители – члены Союза писателей России, участники литературных объединений Екатеринбурга. Концерт, приуроченный ко дню начала Великой Отечественной войны, «Люди, пока сердца стучатся, помните», пройдет 21 июня в культурно-просветительском центре «Царский» города Екатеринбурга. Начало в 18:30, улица Царская, 8. Вход на мероприятие за пожертвование.